Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Сегодня у нас на дворе воскресенье. Завтра уже понедельник, поэтому обновится неделя. Сегодня нам нужно взять топчик на арене. В данный момент я нахожусь на 71-м ранге в Лиге Мастеров 3 звезды. В общем, будем стремиться. Так, для начала откроем колоду. Интересно, сегодня мне доступны бонусы по картам и по энергии? Ну, ты понимаешь, да? Энергия нужна мне для того, чтобы набить себе откаты. У меня их 5 штук уже есть, давай попробуем. Ну что, друзья мои, у меня 13 откатов. Давайте-ка дальше с вами выполнять, наверное, задание, я так понимаю. Нам нужно сразиться в боях. Крис Брэдфорд, друзья мои, прокачан у меня полностью. Ну, как сказать полностью? До 6 ступени. Надо до 7 дальше прокачивать. И теперь мы будем с тобой заниматься тигриным когтем. Так, что же тут нам нужно? Я хотел ему прокачать. Да, ребята, нам нужно 2 знака вот этих вот найти. И мы сможем прокачать ему скилл. Давай, давай, давай. Мне 2 дорожных знака нужно. Они мне не хотят давать. Так, вот. Первый есть. И второй. Все, шикарно. Прокачиваем ему массовую атаку. Это силовое решение. До 6 ступени. Так, теперь что нам нужно сделать? Давай-ка, наверное, здесь докачаем, да? 10 ящиков с инструментами. Поехали. Так, один есть. Второй. Третий. Слушай, они довольно неплохо падают, на самом деле. Так что мы должны быстренько, в принципе, с тобой накопить. Правда, я уже задание выполнил. Ладно. Добьем уже в следующий раз. Давай-ка мы с тобой заберем наградочки. И поднять уровень персонажа, плюс пройти серию испытаний. Начнем с серии испытаний. Быстренько сейчас с тобой здесь пробежимся. Поднимем уровень персонажа, заберем остатки роскоши. Ну и пойдем уже с тобой на арену. Будем добивать. Я не знаю, ребята, в принципе, испытания мы все с вами прошли, ну, по крайней мере, докуда смогли. Дальше у меня просто не получается, там меня бомбят. Ну, давай, давай, Макман. Какой Макман, елки-палки, это же у нас Бакстер. Вообще в голове каша, каша, ребята. Так, что у нас тут? Мутаген плюс Джастин. Так, Джастин не хочет падать. Давай-ка мы быстренько с тобой мутагеноиды разберем. Ну что ты, Армагоша, не мог добить, что ли, этого хламона? Блин, надо было училку брать. Так, подожди секунду, давай, наверное, попробуем ее заблокировать хотя бы, да, отлично. Все, теперь она выпендриваться не будет. Ну и разбираем остальных дронов. Что ты там? Ну, здравствуйте. Зачем ты так делаешь, а, дрон? Вот скажи мне. Как будто тебе это что-то даст. Ну, ты сам понимаешь, да, что мы тут уже с тобой прошли, в принципе, без проблем. Забираем наградочку. Поднимаем уровень персонажа. Кстати, по мутагену надо посмотреть, что у нас там происходит. Может быть, даже и не хватит. Собрать. Забираем. И переходим к персонажам. Почти 5000 мутагена. Но этого мало, конечно, очень мало. Я даже не знаю, кого мы сможем здесь с тобой поднять в уровень. Может быть, Рафаэля есть только? Да. Рафаэль получает 50 левел. Ну, хоть что-то. Остатки свои забрали. Ну что? Так, по мутагену. У меня здесь все собрано. Отправляемся с тобой на турнирную арену. Ну, я думаю, что 20, друзья мои, откатов нам этого за глаза, мне кажется, да? Кстати, здесь-то надо забрать награду. И у нас еще... И у нас еще с тобой есть... Опа! Кейси Джонс, фильм. Конечно, берем сразу же, даже не обдумывая. И здесь мы с тобой приобретаем 3 ДНК на Леонардо классику. Вот так вот. 88 ДНК уже. То есть остается всего лишь 12. Отлично. Ну а теперь со спокойной душой идем с тобой на турнирную арену. Так, и начнем.
Александр, давай, наверное, с него. Так, беру Лео, беру Усаги. И здесь, ну, чтобы, ребят, подстраховаться, возьму, наверное, Криса, Змейка Вьюна и Сплинтера. Я просто тут как-то за кадром играл, брал Леонардо, брал Усаги и слабеньких. И меня разбирали, потому что Усаги с Лео не справлялись. Давай посмотрим, что на этот раз у нас с тобой получится. Так, Усаги машет. Ну, как тебе сказать? Сейчас посмотрим, что сделать Лео. Ну, в принципе, здесь победа, да, нам обеспечена, потому что на них висело постепенный урон, плюс при этом еще мы отобрали львиную долю здоровья у противника. Так что в любом случае здесь была победа за нами. Так, смотрим, куда мы с тобой перелетаем. 60-я позиция, то есть 11 ступенек мы с тобой пролетели. И теперь мы с тобой будем брать Димку или Макса. Давай возьму Макса, потому что здесь 78 уровень есть. Все-таки хоть какая-то, ребята, прослаблеха будет, да? Так, здесь мы с тобой возьмем вот этих вот. И Карайку, наверное. Опять же тебе скажу, что здесь есть риск. Карайка не очень сильно бомбит. Так, здесь Хан еще. Нет, нет. А, ё-моё, он еще хуже сделал. Правда, не на всех, конечно, повесил. Да, но ослабление, конечно, брони он умеет делать. Так, что у нас тут получается? Ну, в принципе, есть шанс. Сейчас посмотрим, как Лео здесь сыграет. Ага, Рафаэль. Ну, попробуем его. Отлично. Караечка меня здесь не подвела. Ну что же, мы двигаемся с тобой дальше. Я думаю, где-то 50-я, 48-я позиция у нас с тобой будет. Это точно. Давай глянем. Даже 40-я. Быстро-быстро мы с тобой семимильными шагами, так сказать, летим к своей цели. И здесь я возьму... Можно брать любого, но я возьму, наверное, Серегу. Сергей, давай. Приступаем к битве. Раз, два. Кого-нибудь послабже возьму. Наверное, вот Змею Карай. А потом можно взять еще и Паукуса, да? К себе на следующий бой. Значит так, Донателло, Донателло. Бросаем бомбочку. Замедляшка на всех сработала, это хорошо. Действует дальше Усаги у нас. Вешает на всех постепенный урон. И Леонардо, по идее, должен всех уничтожить. Опа! Вот как такое может быть, друзья мои, я не знаю. Не справляется Леонардо, понимаешь, уже вертушкой. Не справляется, я уже это заметил. Почему так происходит, пока я даже не знаю. В любом случае, победа за нами. И это хорошо, была у нас какая-то 40-я позиция, думаю, сейчас где-то будет 30-я. То есть еще где-то будет 3-4 нам нужно с тобой сделать, чтобы взять первое место. Чтобы взять первое место. И возьму я, наверное, Кай. Нет, 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 друзья мои, не Кай. Смотри, здесь, здесь и здесь есть Майки. Ролевой. Во всех трех колодах. Ну, давай возьмем Маршала. Так уж и быть. Напросился он, да? Возьму сюда Армагона и, наверное, вот Железную Голову плюс Паукуса. Потому что Паукуса могут, ребята, уничтожить. Если они выйдут из-под контроля или возьмут, например, инициативу, то нам здесь будет худо. Так, в первую очередь, мне бы желательно, конечно, уничтожить Пита, потом Макмана. Опс. А Макман, мне кажется, выживет. Так и есть. Ладно, уничтожаем. Все. Армагон молодец. Все-таки у него инициатива побольше, да? И он перебил Макмана. Ну что же, давай двигаться дальше. Я думаю, где-то 20-я позиция-то будет. Но... Как? 27-я? Да ну! Чё-то, ребят, здесь как-то схандрили, а не согласись. Ладно, возьмем Сита. Сита. Ну, давай, наверное, Донателло плюс Бакстер Стокман и, ко всему прочему, нейтрализатор. Ну, тут 79 уровень, а нейтрализатор у нас 60-го. Как-то не очень хорошо получается. Ну да ладно, попробуем. Все зависит, естественно, от Усаги с Леонардо. Они как первые ходоки, да? Должны брать преимущество на поле. Так, вот Рокстеди мне не совсем нравится. У него очень много хп.
Отлично, постепенно урон его уничтожил. Но если бы на нем не было бы, да, он кого-нибудь зазанул. Я даже знаю кого. Нейтрализатор он стал бы бить. Какая позиция? 10-я. Друзья мои, еще один бой. Еще один бой у нас впереди. И топчик будет у нас в кармане. Возьму, наверное, мистер Вик. Раз, два. Можно вот этих спокойно отыгрывать. И возьму сюда Ваньку, стиранка. Ну, давай посмотрим. Микеланджело, ё-моё, у него, а? Давай сделаем так. Уклоняху для начала. После этого начнем делать массовые атаки. Сейчас глянем. В принципе, неплохо, ребят. Даже несмотря на то, что Микеланджело укрепляет и усиливает свою атаку. Точнее, не свою атаку, а атаку на всех. Мы должны их, в принципе, вырубить. Да, и Шредер падает в конце. И смотрим, друзья мои, топчик или не топчик. Я думаю, что все-таки мы возьмем с тобой сейчас первое место. Но не тайми... Да ладно тебе, пятое! Да какого лешего пятого-то? Пять ступенек всего пролетели. С чего вдруг? Ну ладно. Они меня разводят на откаты, судя по всему, да? Хорошо, хорошо. Давай я возьму Зека еще сюда и, например, Джастина. Специально так все сделали. Подыграли, да? Пятое место. Было на 10-м. Пятое тебе, на. Угу. Они, наверное, не в курсе, что меня это просто не устраивает. Так, тихо, подожди. Тут у нас Сплинтер со своей контратакой. Надо быть предельно аккуратным. Так. Усаги красавчик, я тебе скажу. И Леонардо делает финальный свой удар. Да, друзья мои? Ну, теперь-то уж первое место, да, должно быть. Ну, давай, давай, не томи меня, показывай все. Прикинь, сейчас четвертое. Нет, все, ребята. Топчик у нас в кармане. Ждем с вами воскресенье, понедельника. Ну и, конечно же, награды. Так, что мы с тобой еще можем сделать? Ну, в испытаниях, друзья мои, я не знаю. Здесь вряд ли получится у меня пройти. Слушай, а вдруг получится? Может, попробуем? Тяжело будет чертовски, но... Давай рискнем, фиг с ним. Все равно у нас времени еще навалом. Твою ж налево эти кибернетики. Ладно, поехали, начнем с уклоняшки. А мы же вроде бы пробовали, да, здесь пройти, ничего у нас не получилось. Да хорош Донни-то уже атаковать. Давай начнем с вертушки. Хопа. Так, троечка еще выжила здесь. Рафаэль, давай, бомби. Раз. Двас. И трис. Так, переходим с тобой на вторую волну. Смотрим, кто здесь. Блин. Два провокатора. Ну-ка, если я так начну. Что мне это даст, как ты думаешь? Вот кого здесь убирать, а? Повышенная атака идет по Крису и по Саблезубу. Ну, давай начнем, наверное, вот так вот. С Криса. Так, дальше, может быть, нам повесить защиту дополнительную, на всякий случай, да? Так, берет провокацию. Атакует. Так, провокация у нас вот здесь, да? Ну-ка, попробую пробить. Почти получилось. Да иди ты! Все, до них крышка, ребята. Твою ж налево. Ну ты посмотри, что творят, а? Ты просто полюбуйся на вот ихнюю тактику. И это только второй бой, а у нас с тобой еще третий будет. Зачем я взял хилку? Она здесь вообще сейчас не нужна была. Ладно. Рахзара минус. Давай попробуем, наверное, Бакстера Стокмана добить. Как же здесь не хватает Усаги, а? С его двойной атакой. Вот это было бы классно. Но я почему-то, ребят, не удивлен, что у нас погиб Донателло, потому что он слабый по уровню. А вот то, что этот взял провокацию, вот это плохо. Как вот его теперь пробивать? Я и ума не приложу, ребят. Мы сейчас... О, вообще...
Мы вообще его не можем пробить, ты прикинь? Просто по нолям. Твою ж дивизию, а? Сейчас ушатает он мне, ушатает Рафаэля. Так и есть. Да, друзья мои, попытки просто безрезультатные. По-другому тут не скажешь. Только сейчас он начал получать урон. Он еще и защиту поставил себе. Ну все, тут, друзья мои, мне никак с ним не справиться. Я еще удивлен, что Острозуб промахивается по майке. Ну-ка, если так. Блин, Лео, где ты раньше был с таким ударом, а? Слушай, а почему не промахивается? У меня вроде уклоняшки не стоит, да? Я вот сейчас ее поставлю. На всякий случай. Но все равно, двумя персонажами на последнем битве мне делать там нечего. Ты посмотри, какая у них инициатива, а? Ходят один за другим. Практически мне не дают шанса здесь что-то сделать. Так, ну-ка, Криса вырубим. Отлично. Так, Бакстер, вали отсюда. Он еще, главное, маузеров своих не взвал. Ты посмотри, один за другим ходит. Так, давай-ка мы его добьем. Надеюсь, получится. Ага. Как же получилось. Ну-ка. Че мы будем дальше делать вдвоем? Там сейчас такая команда будет, ё-моё. А я тут чё? На одних уклоняшках я далеко не уеду. Там их будет пятеро, а нас двое. Просто они нам не дадут шанса на ход. Понимаешь, да? Твою ж налево. Ну давай попробуем уклонение поставить. Тут еще и эта муха плешивая. Да, у них два хила. Шредер же тоже хилер. Жалко, почему Рафаэль так быстро упал, а? Даже муха здесь что-то пиликает, смотрю, на скрипке. Ты достала уже. Так, нам нужно, по идее, лучше уничтожить муху. Блин, ну ладно, я попробую. Давай еще атаку. Есть. Лео сейчас упадет, ребята. Лео упал. Ё-моё, вот это да. Смотри, даже уклонение мое здесь не помогает мне. Ладно, ребята, в любом случае я погиб. Я хотя бы Шредеру звездюлей дал. Блин, ну как же тут быть, а? Ну вот как? Я не знаю, ребят. Невозможно, не могу я пройти пока этот третий эпизод. Ну зато я могу пофармить. Так, давай зайдем сюда. Испытание. Здесь же я тоже, да? Да, здесь у меня тоже шансов нету пройти. Так, ну что, попробуем, может быть, вытянуть? Так, подожди, не то я делаю. Во, Донателло оригинал. Рафаэль фильм. Так, Рафаэль ролевой 3D-НК. И можем еще вот здесь вот. Рафаэль видение. Слушай, ну вот неплохо. Я считаю, что сейчас было сделано неплохо. Ну что, ребятушки, коротенько, да, как говорится, но зато со вкусом. Нам остается с тобой дождаться понедельника, забрать фул награду. У нас с тобой 220 платиновых осколков. Нужно, как ты понимаешь, 400. За самую лучшую победу мы с тобой получим сколько? 75. То есть это будет у нас сколько? 290 получается, да? 290 платиновых. Это еще 2 недели. Ё-моё, 2 недели. Но зато потом будем переводить кого-то в платиновый ранг. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.